Ну что, друзья мои, здравствуйте. Давайте будем любую посылочку брать и распаковывать, да? Я сама не знаю, что здесь. Я знаю, что вы все любите посылочки, так же, как и я. Я радуюсь, как ребенок, посылочкам. Вот. Видео будет из нескольких частей. Что-то тут такое вот. Ага, это швензы. Мне замочки пришли. Замочки, замочки. Видите, как упаковано хорошо. Молодец продавец. Такой, знаете, вот этот магазин. Сейчас мы посмотрим. Под бронзу замочки. Так еще не откроешь пакетики. Своими ногтями я уже ничего не могу открывать. Опять решила с длинными ногтями. Вот такие вот ноготочки себе сделала. Здесь у меня матовый идет, а здесь более глянцевый. Ну, сейчас кремом руки намазала, оно все глянцевое. Вот, смотрите. Вот, я выписала по две пары. Вот такие вот. Ну, все их знают. Знаменитые такие вот замочки, швензики. Хорошего качества, я вам скажу. Отличного просто. Мне очень нравится. Ну, вот такие вот. Миленькие такие. Очень миленькие, хорошенькие. Самое главное, чтобы застежечка здесь была хорошая. Ну-ка, хорошие, я уже вижу прямо такие вот прелестные. И закрываются хорошо, щелчок есть. Ну, в общем, вот такие вот. Вот две пары выписала таких и две пары вот таких. Такие рожки. Тоже всем известный, хорошее качество. Так, только как вот это все открыть? Вот это вопрос. Тут они как запакуют. Ну, это радует, знаете. Это радует, что упаковочки хорошие. Такие. Так, я не хочу долго видео делать, да. Хочу коротенькие видео, потому что не каждый любит так смотреть долго. Видите, какие прекрасные. Вот. Щелчок есть. Ну, хорошенькие. Ссылочки я где оставляю. Вот, вот с этого магазина я выписала. Пожалуйста, ищите, заходите. Сейчас говорят, нельзя ссылки оставлять. Ну, в общем, вот такие швензики, да? Замочки. Отличненькие просто. Отличненькие. Так. Вот так, да? Ладно, убираем это все в сторону. Тут у меня куча всего, куча. Открываем другую посылочку. Так, давайте, наверное, с желтеньких начнем, желтенькие будем. И желтенькими закончим, да? Да, так и сделаем. Тоже тут что-то такое малюсенькое. А ну-ка, ну-ка. А, это вот такие вот цепи. Такую цепочку я выписала. Она, видите, вот такая мелкая. Но я люблю такие цепочки. Вообще-то я думала, она побольше, да? Но пришла что-то какая-то вот миленькая. Эти размеры надо обращать внимание. Но вообще такая хорошенькая цепочечка. Видите, какая вот такие звенья у нее. Но вообще думала, что она побольше, конечно. Ну, это пойдет, потому что сейчас цепочки очень модные, в украшения. И красивые украшения можно делать. Я довольна, в принципе, этой цепочкой. Хорошая цепочка. И вот такие вот диски. Так, 30 штучек здесь. Размер, не помню. Восьмерочка, по-моему. Восьмерочка. Так, сейчас, знаете, возьму эту штучку. И сюда. Вот видите, какие. Можно одну взять, рассмотреть. Так, прилипла такая. Вот такие диски восьмерочки. Хорошенькая. Качество хорошее. Надеюсь, что хорошее. Ну, попробуем. Да, самое главное, чтобы не облизали. Вообще, я выписываю материал все премиум класса. Я думаю, что он отличный. Видите, какой. Вот, так, дальше что? Давайте еще одну посылочку всю на этом, да? Потому что не хочу я долго это тут
какую поменьше, да, взять. Ладно, вот эту поменьше, тут что-то поменьше. Ну-ка, что здесь? А, здесь такие гематитовые диски. Ой, красивые. Я их ждала. Хорошие. Прям хорошие. Качество неплохое. И внутри все прокрашенные. Видите, какие качества супер. Не вижу нигде изъянов каких-то. Самое главное, что внутри тоже прокрас есть. Полностью. Внутри и снаружи. Размер меня устраивает такой. Ну, в общем, из гематита вот такие вот прекрасные диски. Они не диски, то есть, а проставочные бусины, извиняюсь. И что я неправильно говорю. В общем, заговорилась малость. Вот. Такая ниточка, хорошая ниточка, не маленькая, отличненькая. Так что хорошие товары пришли, радуют, радуют. Такие товары. Все, на этом я заканчиваю свое это видео. Продолжение у меня следует. Все, всем пока-пока, да? До новых видео.